Их слишком много. Нет, понял, хорошо, высылай расчет 9. Сэр, расчета 9 больше нет. Держать позиции. Невозможно, отступаем. Периметр прорван. Тогда к бою все боевые подразделения. Разрешаю свободное ведение огня. Повторяю, огонь разрешен. Есть, сэр, но... Сэр, это... Нет, это приказ. Убивать все, что шевелится. Так, хорошо, привет всем, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Каллисто протокол. Черт, нельзя, чтобы он меня заметил. Что делать с ним? Подожди-ка, я не могу к нему пробраться, да? Мне нужно сюда, по всей видимости, да? Да. Ты! Как ты, мать твою, сюда попал? Ты думаешь, у меня времени вагон? Ладно. Ладно. Посмотрим, правильно ли я понял. Ты сюда попал, и все это место накрылось. Так, 521-й. На меня смотри, когда я к тебе обращаюсь. Что ты натворил? А? Расскажи. Ты не такой, как все? Особенный? Зачем начальнику оставлять тебя в живых? Я говорил тебе, это мое царство. Оно твое. Давай. Ух, елки-палки. Повеселились мы от души, конечно. Элиас, все, конец пути. Феррису тоже конец. В смысле? Он был там, и эти твари убили его. А ты крепче, чем я думал. Просто иди дальше, я нашел безопасное место. Хорошо, пошли. Вот хорошо, что они сделали, знаешь, что я могу сказать, что мне нравится? Здесь бег на кнопку L1, как в The Last of Us. Я просто ненавижу, когда на L3 сделана беготня, потому что это очень быстро выводит стик из строя, понимаешь? И, блин, вот почему никто не додумывается сделать буквально на отдельную кнопку бег? Ну, типа, ну, додумываются просто, типа, ну, очень мало кто. Все это вешают на L3. Просто дрифт стиков это прям частая проблема достаточно. И, блин, это все только усугубляет. Смотри, у нас здесь что-то есть, мне просто интересно. Здесь закрыто, хорошо. Давай сюда. Здесь вроде бы пока ничего, да? А вот, открывается. Последствия. Это новая глава, да? А сколько здесь глав? Хотелось бы узнать. Это необходимо. Делать, что требуется. Принимать жестокие решения. Как ваш новый начальник, я выполню свой долг. Ради вас. Ради этого учреждения. Ради блага человечества. Ну-ну. Найти Элиаса в охраняемой зоне. Но пока здесь нет никого. Не, ну на самом деле, вот что скажу, то что визуально она выглядит прям реально очень хорошо, эта игра. Прям видно, бабла вбухали, прям не жалели. Но геймплей можно было сделать получше, конечно. Да, здесь не поспоришь. Так, давай, сволочь. Надеюсь, аптечка будет у него. Очень бы этого хотелось. Да. Немного здоровья поправили. Уже неплохо, я считаю. Двигаемся вперед. Тут пока ничего не видно. Сейчас давай обойдем с другой стороны. Коридор 0573. Подожди-ка. Может, здесь сможем пролезть? Не-а. Нет.
Джейкоб, сюда! Давай, приятель, шевелись, бегом! Черт! Думаешь, это их удержит? Черт, надеюсь. Что это за хреновины? Да неважно, слышь, надо просто отсюда выбраться. Ты говорил о каком-то плане. Ага, сюда. Подожди, сначала давай сюда. Тут, видишь, можно вроде как взаимодействовать со всем этим. Давай. Джейкоб, сюда. Да иду я, погоди. А вот это нам пригодится. Найди принтер Reforge. На нем можно сделать новое оружие. Я пока войду в систему. Сейчас мы напечатаем оружие, да? Преобразователь энергии. Ага, хорошо, понял. Принтер у нас где? Вот это принтер, да, я так понимаю? Угу. Смотри. Пистолет, однозарядный пистолет. Так, улучшение, улучшение устойчивости, улучшение для повышения урона модулем. Тут можно что-то еще продать. Упаковка контрабанды, наверное, можно продать, да? Преобразователь энергии, наверное, пока оставлю, подожди. Но это вот у нас уже есть, правильно? А, вот, мы сделали. Бумагу заживала. Ясно, ладно. Чтобы выбраться, нужен корабль. Такой, которым ты сумеешь управлять. Я нашел заключенного, который сможет хакнуть тюремную сеть и вызвать судно с орбиты. Но проблема в том, что он в изоляторе, строгого режима. Туда будет чертовски сложно попасть. Тебя беспокоит Мор? Ага. С тех пор, как его установили. Эта штуковина может слегка поджарить мозг, но не волнуйся, к ней привыкаешь. Ты правда многое знаешь об этом месте? Ага, я тут долго. Ладно, что дальше? Изолятор. Просто туда вломиться? Хотелось бы, но нет, братан. Так легко не получится. Я здесь долго сижу, заработал некоторые привилегии, так что пойдешь другим путем. А я буду твоим проводником, глазами и ушами. Ты только не бросай меня. Само собой, не знаешь, где тут найти другого пилота? Нет, боюсь, не знаю. Я открою тебе дверь. Подожди-ка. Можно еще, вот смотри, оглушающая дубинка. Она у нас уже есть, да? Приобретено, хорошо. Контратака с блоком. Повышающая скорость, смотри, хрень. Ну давай попробуем. Просто я думаю, что огнестрелом-то мы особо не будем пользоваться, потому что там, видимо, будет очень мало патронов. А, контратака с блоком. Разблокирует новую подсечку, которую можно выполнить после успешного блока. Последней атаки врага делает врага уязвимым для последующих атак. У нас уже денег, наверное, не осталось или осталось? Силовое подавление бунтов разблокирует новую, более мощную атаку. Идеально подходит для экстремальных ситуаций, в которых наносимый урон важнее контроля. Ну, вроде все. Пойдем. После успешной блокировки последней атаки врага нажмите кнопку R2, чтобы выполнить подсечку. Подсечка наносит врагу урон и сбивает его с ног. Хорошо. Нажмите кнопку R1, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Усиленные рукопашные атаки медленнее, но наносят больше урона. Ими можно поразить несколько врагов и отбросить их намного дальше. Вот, да, получается, хорошо. Потом смотри. Вот у нас получается оружие, да, можно стрелять. Но, конечно, прицеливание сделано очень не очень. По крайней мере, на геймпаде очень медленное, сенса.
Ищите индикатор быстрого выстрела на враге после завершения рукопашного комбо. Нажмите и удерживайте кнопку L2, затем быстро нажимаете кнопку R2, чтобы автоматически зафиксировать прицел на враге, выстрелить и получить дополнительное попадание. Ясно. Пистолет не совсем самостоятельное оружие здесь, оно именно используется в комбо. О боже! Ёб твою за ногу. Эта хрень заражает их, да? Оптический прицел. Так, я понял. Давай, говнарь, иди сюда. Хорошо, а? Минус башка, но он еще жив. Заметьте, я не двигаюсь, и вроде как он меня не видит. Ну, допустим. Ну, ладно, так боевочка стала посложнее. Уже получше, как бы, да? Хорошо. Кажется, эта тварь их инфицирует. Превращает в таких существ. Езжай на этом лифте на уровень ниже. Затем иди по указателям в медсектор. Я с тобой свяжусь. О, в медсектор. Наша любимая. Самая дичь всегда именно там. А, с другой стороны, как обычно. Все время я попадаюсь. У него фонарик-то есть вообще, не? А то что-то как-то темновато, скажу я. О, тихо, подкрадываемся сзади. Может, можно по стелсу? Быстрое убийство. Ага, хорошо. Все, стелс здесь тоже работает, ладно. И благо, что здесь не ломается оружие, как в Resident Evil. Здрасте, черт. Ого! Ой! Охренеть, жесть! А здесь, слушайте, смерть такая. Довольно жуткая штука. Идем еще раз, все, я готов. Все получилось. Ну такая тварь уже более живучая, да? А куда я пошел-то стоять? А ударить ногой? Патроны получили, хорошо. Здесь у нас, видишь, закрыто. Ладно, двигаемся дальше. И опять у нас здесь вентиляционная шахта. Ну ладно, полезли. Посмотрим, куда это... Опа! Еще эта тварь с той стороны. Ладно, хорошо. Там что-то слева двигается, кажется, да? Попробую сейчас по-тихому их вырезать. Может, получится все-таки, а? Только, сука, не поворачивайся. Только не поворачивайся. Тебя очень прошу. Ну, будь ты... Хорошо. Не получается открыть. Нужны права доступа охраны. Обыщи трупы охранников поблизости. Это не охранник, это, скорее всего, заключенный, да? Стой.
А я же, блин, нажал на кнопку, что за фигня? Красота. Аптечка, это уже прекрасно. Что-нибудь дальше у нас здесь имеется, не? Пока ничего не наблюдаю, постой. Охранник, охранник, охранник. Но здесь нет ничего, подожди, а куда же идти? Тела охранников осмотреть, еще бы знать, где они. Было бы здорово и замечательно, вряд ли здесь, да? Нашел одного. Вытащи у него имплант своей заточкой. Постой, что? Выбора нет. Это единственный способ пройти через дверь. Что за дерьмо? Делай то, что должен. Это место умеет менять людей. У меня не было выбора. Заключенные громят блок. Пришлось запереть дверь. Кто-нибудь слышит? Да, офицер Джейн. Начальник Коул, где вы? На своей вышке, наблюдаю. Что? Зачем? Что происходит? Это конец. Долгого пути. Ага. И теперь мы просто подходим, и это срабатывает, да? Да. Найти здание медсектора. Что-то здесь явно не так, да? Вот уже тварь здесь, надеюсь, не выскочит. Очень бы этого не хотелось, смотри. А это что такое? Это случаем не труп или... Во, хорошо. Все, готов. Давай аптечку. Ага, 10 раз. Не, ну сейчас стало пободрее на самом деле. Типа, ну драться прям повеселее. С пистолетом? Ну смотри, у нас тут много путей, куда можно залезть. Давай начнем отсюда, наверное, да? Опа. Там уже заключенные куда-то бегут с ором. Черт! А, нужно было именно последнюю атаку отбивать, я забыл. Все, готов, да? Ну, опять же, только кредиты, а вот аптечка бы мне пригодилась. Алло, дайте аптечку-то, что за дела? Я так понимаю, во время блока я здоровье все-таки теряю чутка, да? Есть такое ощущение у меня почему-то. Вот не знаю почему. Потому что его, наверное, меньше становится. А вот карта-то есть вообще, не? Мне просто интересно. Личные данные. Нет, видишь? Ладно. Я в медсекторе. Иди к задней двери, я с тобой там свяжусь. А, подожди. Места больше нет, пациенты даже в коридоре. Первый больной прибыл час назад, и поток не прекращается. Мы не справимся, нужно найти Майер. Куда она делась? То есть это уже происходит какое-то время. Это не за одну секунду все случилось. Просто почему он не помнит? Успокойся, успокойся. Тут пациент указан. Так это она раньше была, да? Понятно. Ну будешь он. В нашей медклинике меняются...
Все, хорошо. Так, ну чё, ты там предлагал чай? Ладно, пошли. Так, я понял. Мне, видимо, сюда, да? Или нет? Подожди, может, что-то здесь все-таки есть? Не, а, ничего нет, кроме мертвых. Тогда идем дальше. Нашел одну из перчаток капитана Ферриса. Это силовая перчатка. Ублюдки из охраны любят пытать такими заключенных. Ага, я помню. Крутая штука, работает на чем угодно. Попробуй сам. Так и сделаю. Как использовать-то научите, не? Использовать L2 и крестик. А, хорошо, понял. Использовать силовую перчатку, чтобы швырять предметы. Ну, я понял. R2. А можно, значит, и врагов поднимать, да, куда-нибудь засовывать? Любопытненько. Слушайте, ну так-то уже вроде неплохо так для боевой системы, по крайней мере, пока. Держи его. Я пытаюсь. Что происходит? Не знаем. Просто держи. Я принесу еще успокоительного. Скорее, в нашу сторону бегут заключенные. Доктор Майер, вы там, доктор Майер? Ага, тут было весело, я смотрю, да? Глянь. Что это за зараза такая-то, а? Они не поняли, что происходит. Люди чем-то заразились прямо перед побегом. Капец, ему руку оторвали. Да, можно. И что с ним делать? Упс, не получилось. Ох, ёлки-палки. Ах, жесть-то какая, блин. Вот, слушай, ну они прикольно это сделали. Анимации смерти прикольные. Причем они позволяют их пропустить. Не знаю, было ли так на релизе, но типа, ну, потому что они длинные достаточно, но... Ну, это мы уже слушали, поэтому я опять это озвучивать уже не буду. Готов? Хоть аптечку дали, ура. Это... Ёп! Какого хрена? Хорошо получилось, а? А, закончилось. Ты еще жив, сука? Глянь, какая живучая тварь попалась, охренеть, такого еще не было. Но аптечку не дали-то, сволочи. Я пока не лечусь, у меня вообще есть аптечки, хотелось бы узнать для начала. А, да, есть одна восстанавливающая инъекция, ну ты погоди, сейчас дойдем до чекпоинта, постараемся. Необходим предохранитель. Это все, конечно, замечательно. А эта штука, смотри, я так понимаю, не восстанавливается. Модуль кинетический. Видимо, нужно что-то искать, да, где-то заряжать. А, вот здесь, наверное, нужно забрать, да?
Просто опять же, там какие-то еще были комнаты до этого. Какого... А что так внезапно-то, блин? Я даже не понял, что случилось. Ну все, давай, поехали. Наверное, все-таки подлечусь, потому что, блин, там врагов до хрена, не хотелось бы сдохнуть еще раз. Поэтому давай... А! Во, можно разбить, хорошо. Это очень удобно, кстати. Давай, сейчас получится, я прям чую это. Чую это везде. Что происходит? Ну да, то есть именно драка с огромным количеством мобов, это не самая, типа, как бы лучшая реализация. Фух, ну мы разобрались. Заряд силовой перчатки со временем медленно восстанавливается. Ее также можно быстро зарядить при помощи аккумулятора. Если аккумулятор разрядится в тот момент, когда вы держите врага или предмет, вы их уроните. Силовая перчатка будет автоматически расходовать доступные аккумуляторы из инвентаря. Восполнение заряда отразится на шкале у Джейкоба на шее. Аккумуляторы и силовые перчатки также можно брать из инвентаря вручную. Их можно найти в ящиках. Также аккумуляторы могут оставить убитые враги. Хорошо. И там еще одно тело было, подожди. Во, все. Блин, капец, сколько мы здесь убили? 6 штук уже, да? Благо хоть патрон. Капец, только расслабился. Капец, ну только расслабился, и на тебе. Здоровья вообще нет. Хорошо. Так. Надо, знаешь, что сделать? Можно расходовать, да, их? Нет, стоп, а как использовать? А, не могу, да? То есть у меня заряжено? А, у меня все заряжено уже, да, просто, видишь? Нужно вот так вот делать, чтобы было видно, сколько заряда. Что у нас тут? Смотрим. Здоровье. Хорошо, уже неплохо. Еще боеприпасы и боеприпасы. Хорошо. Здесь, так, увеличение устойчивости, на самом деле нам это не особо надо. Увеличивать максимальную энергоемкость за счет периферийных, ну у нас не хватит нифига, да. Так что мы пока уходим, у нас вообще ничего нет. У нас денег просто не хватает, денег очень мало. Не, подожди, стоп, а куда идти? Во, отлично, есть аптечка. Уже неплохо, да, у нас какой-то прогресс. Не, погоди, а серьезно, а куда? Мы сюда зачем зашли? А, вот получается другой вход, видимо, да? Точнее, другой проход.
Ёлки-палки, глянь на этот трэш. Господи. Джейкоб, у тебя вышло. Открываю для тебя технический лифт. На нем доберешься, хорошо? Ёб твою мать, ты глянь на этот трэш. Прошу, остановитесь. Я все вам отдам, все что угодно. Нам ничего не нужно. Мы просто повеселимся. Нет, нет! Блокировка. Подожди, может ее нужно снять? Нет, ничего мы сделать не можем, значит выходим. Он, похоже, сломан. Садись в него, я его отсюда дотащу. Ты уверен? Спущу тебя вниз легко и аккуратно. Тормоза выглядят не очень. Элиас! Я пытаюсь. Один двигатель закоротило, когда я напряжение подал. Останови кабину, останови! Элиас! Система не отвечает. Нужно вручную отключить. Постой, что? Как? Просто заблокируй тормоз чем-то. Скорее! Ну же, сукин ты сын! Джейкоб, ты меня слышишь? Ага. Ну, плохо. Нужно понять, почему система барахлит. Отключи и снова включи питание там внизу и доберись до другого лифта. Ты почти на месте. Еще лифт. Уже не терпится. Ух ты, ёб твою мать! Капец, опять здоровье потерял. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Какого хрена? Блин, у меня теперь здоровья нет, ну не серьезно, только подлечился. Нечестно. А если бы у меня не было бы здоровья, вообще что делать? А, нужен предохранитель, все стабильно. Ну да! А откуда он взялся, хотелось бы узнать. Ну сейчас начнется опять. А, типа, видишь, я отошел, и теперь ничего не произошло. Ну и ладно. Где ты? Че там, кто-то ко мне подкрадывается сзади? Давай лезь сюда уже. Давай, поднимайся, поднимайся. Я понял, что с тобой делать. Давай. Ну-ну-ну, ты ж крутой. Еще разок. Че стоим, ждем? Пока я тебе пиздюрины навешаю, хорошо? Ну хоть здоровье падает, слушайте, уже хорошо. Нет! Ну ты представляешь, зараза, только подлечился-то, а? Промазал. Благо, что они так довольно быстро отлетают. О, мне кажется, появилась идея. Да твою ж за ногу-то, твою мать! Достала эта хрень! Сука! Ну что ж за дела-то, а? Нигде этого говна нет? Ну-ка, смотрите.
Хе-хе-хе, ты понял, да, сука? Это просто круто. Чего там не хватает? А чего не хватает? А, инжектор, да, там есть. Давай используем. И что-то еще, да. Что там было? А, да что такое? Тут патронов очень много, это раз. А во-вторых, мы можем использовать. Офицер Кэрри Браун. А, то есть, типа, это допуск был. Опа. Тихо. Я кое-что начинаю понимать в этой истории. Там еще аптечка, да? Ладно, пошли подеремся, а потом попробуем забрать аптечку. Как раз подлечусь, наверное, да, и заберу аптечку. Ну, сейчас меня спалят, смотри, сколько их там. Просто задница. Мы просто попали в самое неприятное место из всех возможных. Скажу я вам прямо. Подождите-ка. Ха-ха, я понял. Так, иди сюда. Давай, давай, давай. В смысле, что закончилось? Заряд закончился, да ну? Беги. Да, закончился, ты представляешь? Да что такое? Есть! Какая дрянь. Да ты прикалываешься, слушай. Ну, в принципе, там-то да, я понял, что делать. Только у меня не получилось, видишь, его закинуть туда, выманить. Ну, в общем, понятно, ладно, давайте. Сейчас у нас все получится. Вот смотри. А, ну ты прикинь, да ёб твою за ногу. Не могу привыкнуть к боевой системе. То есть, ну она такая... Я не скажу, что она прям плохая. То есть, она такая немного деревянная. То есть, вот можно было получше сделать на самом-то деле. Но не скажу, что это прям плохо. Тут есть хорошие задумки. То, что там можешь кидать куда-то вентиляторы. Да, ну просто кинетический модуль на первых порах очень быстро заканчивается. Ты толком не можешь им попользоваться. Вот тоже это большая беда. В смысле, это был сильный удар, какого хода, видишь? Сильный удар был, и меня все равно убили. Ну что ты, вот просто я пытаюсь понять, я не понимаю логики. Да ничего я не могу сделать со вторым врагом, почему он плюется в меня? Я ничего сделать не могу с тем врагом, он стоит спокойно в меня плюет и убивает.
Пошли сюда, сучонок. Готов. Хорошо, минус один. Все, готов. Короче, надо было их просто расстреливать, да и мозги не компостировать. Теперь с этими давайте разбираться. Они, по идее, по-прежнему там ходят, да? Да блин, нет! Все. Это было сложно и пипец как криво. Скажу вам прямо, не в восторге я был до того момента, потому что здесь боевка показала себя не с самой лучшей стороны. Ну типа, блин, когда на тебя... То есть тут проблема, опять же говорю, то, что все вот это вот именно прицел уходит на одного врага. И боевая система просто не рассчитана на такое количество врагов против себя. Особенно, которые дальние враги, то есть ты их тупо не видишь. У тебя нет там какой-то волшебной кнопки, не знаю, отскочить. Нужно было, наверное, нормальные просто увороты делать. То есть доджи просто надо было делать, да и все. Это бы просто бы... Ну, на одну кнопку там, на кружок нажимаешь, и он там куда-нибудь в сторону хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, как в Bloodborne примерно, да? Ну, или в другой игре подобное. Было бы на самом деле гораздо лучше. Потому что то, что сейчас мы имеем, это, ну, проблемная достаточно боевая система. Подожди-ка, стоп, у нас... проблема. А предохранитель-то вот он, да? А, это мы пришли с другой стороны, я правильно понимаю, да? Или нет? Другой лифт, да, давайте. Какая громадина. Элиас, я в лифте. Уже вижу изолятор. Элиас, ты слышишь? Ох, чую, там будет весело, да? Элиас, меня не слышно? Ну что-то я чую, начальник не погиб, да нифига. О, вот он. Прости, что не отвечал, хорошо, был занят. Эти твари прорвались внутрь, рвали тут все в клочья. Мы можем попасть в изолятор? Ага, но на аварийном питании, так что мне придется работать вручную. Не волнуйся, я смогу тебя туда забросить. Запускаю подъемник, на нем доберешься. Подожди-ка, где у нас принтер? А его здесь нет, видимо, да? Ладно. Сейчас, подожди, постой. Тут еще ниже можно спуститься, вон ты погоди. Что у нас тут? А здесь ничего, видимо, нам нужно именно вниз спускаться, да? Хорошо, пошли. У нас, подожди-ка, продать что-то можно? Преобразователь энергии. Подъемник, Джейкоб, лезь туда. Да подожди ты.
урон увеличивает, да? То есть смотри, вот так вот. Улучшение емкости магазина, это нам не особо надо. Вот урон, а, 500, 600 точнее, да что ж такое, ладно, но мы близки к цели. Подожди, лифт, а где подъемник вот здесь у нас, похоже, да? Джейкоб, времени мало. Здесь полно этих тварей. Да твою ж за ногу. Отлично меня встречают. А, все, да? Ладно. Ладно, тебе нужно найти способ снова подать туда питание. Ага, ищу. Да сука ты. Да я же, блин, нажал. Все. Как-то внезапно три врага, патроны все закончились. Я решил немного перекачаться. Смотри, мы можем, в принципе, попробовать перчатку апнуть и вытащить врагов, пока будем ехать, как вариант, да? Давай попробуем. Там, может, еще на какое-то улучшение хватит денег, поэтому давайте попробуем, что нет. Хорошо. Так, это раз, у меня еще 250 есть, но тут все по 300, понимаешь? Что-то, может, еще восстанавливающая инъекция, одна, ее можно продать. Давай продадим, я думаю, что мы еще, в принципе, найдем, а здесь сейчас мы еще улучшим. Так, улучшение скорости перезарядки силовой перчатки слабое. Увеличивает скорость перезарядки силовой перчатки за счет дополнительных теплоотводов. Угу. Улучшение скорости силовой перчатки слабо. Увеличивает силу движения за счет демонтажа предохранителей. При контакте противник может быть ранен. Ага. Давай лучше вот это. Быстрее пускай перезаряжается, нам это точно пригодится. Угу. Ну, сейчас будем пробовать. Надеюсь, меня сейчас не убьют, а то не хотелось бы опять все это крафтить, блин. Может, после я смогу их вытащить? Ну, вы поняли, что я хочу сделать, да? Я хочу немножко побаловаться. А что нет, в общем-то, если да? Икс. Так, во, получается, да? Вот, в общем-то, и все. Ха! А я что-то там пострадал. Все, изичи, вообще просто на изяк, да? Штука на самом деле очень клевая. Только надо ее прокачивать дальше, чтобы быстрее восстанавливалось все это добро. И тогда у нас, в общем-то, проблем будет меньше. Ладно, тебе нужно найти способ снова подать туда питание. Ага, ищу. Восстановить электропитание. Подожди, что это такое? Это батарейка, да? Да, блок аккумулятора. Ну, жалко, что мы, конечно, лут потеряли. Это меня очень расстраивает. Хотя, подожди-ка, весь лут телепортируется, похоже, сюда, да? Но мы убили 4 врагов, но я вижу только 2 батарейки. Любопытно. Вон там как раз-таки у нас еще очередной, как он, инжектор. Ладно. И вот еще это мы можем забрать, да? И что-то сейчас произойдет? Хорошо. А, подожди, все, я понял, в чем суть. Нужно сначала было пройти вперед, а потом уже... Это самое, видимо, на обратном пути забирать все это, да? Я правильно понимаю? Закрыто, подожди, стой, а в чем прикол? А, все, там что-то вон еще есть, подожди-ка, с той стороны, глянь. Вот, что-то здесь есть, очередной инжектор? А, инвентарь, в смысле? Мы столько, там же столько места было, алло. Ёперный театр. Что делать будем? Давай одну батарейку заюзаем. Инвентарь прям совсем маленький, если честно. Прям что-то совсем малюсько. Просто в чем прикол? А, что нам нужно сделать? Вот, допустим, достаем эту штуку, ладно. И вот эту. И, собственно, и чё? Мы
Мы все это забрали. Теперь нам нужно обратно, что ли, ехать или что? Закрыто. Это все, конечно, очень здорово. А вот можно сюда залезть, видишь? Да, нам сюда, видимо, и нужно. И вот, смотри, что-то еще. Тадх Сонг. Ага, теперь получается, да, сюда это нужно вставить. Ага. Дверь не откроется, пока цикл подачи питания не завершится. Готовься драться. А, теперь я понял, что делать. Да, давайте. А, он еще жив? Изичи. Стоп, иди-ка сюда, тварь. Нет, стоп, еще выше нужно поднимать. Хорошо. Но у меня теперь все закончилось нафиг, подожди-ка. Батарейки нам не просто так дали в таком количестве, по всей видимости, да? Стоп. А, он еще жив. А все. Теперь только драться, в случае чего. Или они закончились? Кажется, враги закончились, да, я надеюсь? Ага, 10 раз. Стоп, 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 стой! Беги! А, ёб твою за ногу, серьезно. И теперь откуда мне начинать? Чем такое дали? Схватить 20 врагов, понятно. Жуй, жуй, глотай. Убейте 10 врагов, ха. Упс. Вижу. Хорошо. Теперь меня, ну, используем батарейку. Там еще что ли что-то есть? А, он поднимается. Ладно, давай иди сюда, пухлячок. Значит, сейчас мы одного выкинем туда. И только потом будем атаковать второго. Иначе я просто не вижу смысла. Аптечку хоть дали. Ух ты, ёб твою за ногу, серьезно? Ну, врагов пока не видать. Надеюсь, это все? А когда там зарядится-то все это дерьмо-то? Алло. Вижу. Там еще пруд, да вы достали. А все, у меня уже нет, часть окончилась.
Хорошо. Вот, кажется, все, да, ура, победа. Можно забирать, я так понимаю, да? Поищи диспетчерскую. Нужно вращать конструкцию, чтобы добраться до нужной камеры. Нам, по идее, туда. Стоп, а нужно сначала вот так вот сделать? Ну, вроде все, да, жить будем. А необходим предохранитель. Но нам, в принципе, это не нужно, да? Ну да, мы можем уже так зайти, по идее. Ёб твою за ногу, серьезно? Ой, стой! Что-то у нас не получается. Все, готов. Ёб ты, таких мы еще не видели. Враги-калейки, блин. Сейчас, погоди, здесь у нас, видишь, типа заперто, но я там взял какой-то ключ, но он не подошел. Видимо, это ключ был от той двери, в которую мы уже зашли. Ладно. А, подожди-ка, это мы вышли обратно, стоять. Наверх поднимаемся. Активировать управление изолятором. Хорошо, секундочка. Где это делается, хотелось бы узнать, вижу. Все, готово. Ладно, все готово. Теперь иди к панели управления и открой камеру. Уже иду. А вон там что-то еще валяется, давайте забирать. Кредиты и боеприпасы, что-то еще тут. Да вы прикалываетесь. Ну у нас, в принципе, можно вот так сделать. Преобразователь энергии. Это можно сейчас, кстати, продать. Может, что-то путное удастся сделать? Казалось бы, да, столько места, как будто бы есть. На самом деле, нифига нет места. Так, смотри. А, не хватает 283 у меня, да? Что-то еще могу продать? Давай эту штуку продадим. Аптечек просто у меня более чем достаточно. 900 уже дальше, ладно. Ну, сделаем так, что теперь эта штука наносит урон. Просто проблема, да, если бы перчатка была бы более живучей, да, было бы сильно проще, скажу я вам. Потому что слишком быстро заканчивается энергия. И это прям проблема. Так, сейф уже был, ребят. В следующей серии продолжим. Спасибо, что смотрели. Ну, то есть, все как бы интересно достаточно, да? Но вот реально проблема в чем, когда много врагов. Это такой трэш. Ну, типа, вообще, боевая система абсолютно не приспособлена к большому количеству врагов. И это напрягает моментами очень сильно. Тут, казалось бы, есть, да, другие альтернативные способы всех убивать. Там можно стрелять, можно кидать их куда-нибудь еще. Ну, кидать, опять же, видишь, проблема в чем? Быстро заканчивается заряд. А если стрелять, то патронов очень мало. Их нужно беречь, стараться. Ну, короче, типа, не скажу, что прям дерьмо, но не фонтан боевая система. Здесь прям очень непродуманная, незавершенная. Есть над чем работать. Ну, опять же, им уже не над чем работать, потому что компанию закрыли. Но, короче, видно, что они пытались, знаешь, сделать что-то не похожее на Resident Evil 4 и на Dead Space, да, что прям напрямую их не сравнивали, хотя, казалось бы, там с Dead Space тут, как бы скажем, много схожести, но при всем при этом не получилось у них, просто не получилось. Вот и все. Не, ну проходить будем, интересно пока что, посмотрим, что там дальше, благо, что игра, в принципе, не, ну, не длинная, да, так что, я думаю, она довольно резко пролетится. Вот такие пироги, тыкайте пальчики вверх, комментируйте, также подписывайтесь на канал, на телегу подписывайтесь, там новости канала, подписывайтесь на Twitch, там трансляции, на второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем, это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании, всем спасибо, всем пока.